Полезные диетические блюда из печени говяжьей в домашних условиях можно приготовить как на обед, так и в качестве легкого низкокалорийного ужина для всей семьи. Правильно приготовленные диетические блюда из печени говяжьей в домашних условиях могут быть не только полезными, но и очень вкусными. 1. Чтобы печень была мягкой и нежной, ее, предварительно вымыть и слегка просушив, лучше залить молоком, оставить в таком виде на 30-50 минут. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Печень 500 грамм, шпинат 1 пучок, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, бальзамический уксус 1 столовая ложка, оливковое масло 1 столовая ложка, молоко 500 мл, количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Люблю вас, друзья, жду снова.